Здравствуйте, я Елена Коноваленко, и сегодня мы поговорим о макаронных изделиях. Макароны – это изделие из высушенного пшеничного теста, замешанного на воде. Слово «макароны» появилось в русском языке из итальянского «макарони», то есть трубчатая паста. Для изготовления правильных, полезных для фигуры макаронных изделий используется мука высшего сорта, богатая белком, который очень полезен даже для спортсменов, потому что именно этот белок является запасом гликогена для мышц. Первой официальной столицей макарон является Палермо. Именно там были найдены исторические сведения о том, что макароны изобрели в Италии. Калорийность макарон около 370 килокалорий на 100 грамм. Но, конечно же, калорийность зависит от сорта. Очень важно отметить, что в макаронах достаточно много белка, около 13 грамм на 100 грамм продукта. Именно этим свойством макароны способствуют сжиганию жира, а не его отложению на талии. Но опять-таки все должно быть в меру. Кроме того, пищевая ценность макарон еще определяется за счет крахмала, который на 70% содержится в них. Важно отметить, что в макаронах содержатся длительные углеводы, которые являются как раз тем самым полезным топливом для нашей жизнедеятельности. Макароны также богаты витамином В, который помогает бороться с усталостью. А теперь о главном. Макароны нужно кушать. Недаром они являются частью среднеземноморской диеты, которая самая популярная и самая полезная в мире. Макароны просто нужно готовить альденте, то есть на зубок, не разваривать, и только из твердого сорта пшеницы. Лучше всего макароны употреблять в первой половине дня, максимум на обед. Не стоит рисковать своей фигурой ради вкусного ужина. Кушайте правильно, кушайте с удовольствием и будьте здоровы!